right here. It's payback, payback. I don't. Привет, друзья, вы на канале Smart Plus, и пришло время обозреть это чудо китайской техники – Huawei Nova S2. Пользуюсь уже почти 2 недели, уже все потестил и сложилось впечатление, которым спешу поделиться с вами. Поехали! Для начала скажу, что данный смартфон почему-то не представлен в наших широтах официально, может пока что. Но многие любители Huawei спрашивают в магазинах, как сказал мой один знакомый продавец. Но не беда, я заказал его на AliExpress за вменяемую цену, и все отлично. Обошелся он мне в $277, но еще пришлось заплатить таможенную пошлину. В распаковке я об этом рассказывал, кому интересно, подсказка вверху справа. Забегая наперед, скажу, что аппарат стоит своих $277, хотя сейчас дешевле уже. Где покупал, ссылку оставлю в описании, а там смотрите цены сами. Выбрал этот магазин, потому что у них на TL-версии, это та, что больше подходит нам по частотам LTE, нет сзади надписи China Mobile, как у некоторых других продавцов. Дальше по ходу видео расскажу вам об отличии TL и AL-версии в частотах LTE. Также добавлю в описание еще один проверенный магазин. Там может быть дешевле, но и надпись China Mobile может присутствовать на TL-версии сзади. Так что выбирать остается только вам. Попользовавшись им, я сделал вывод, что он хорош, но и недостатков не лишен. Давайте разберемся. В первую очередь, конечно же, внешность. Ведь встречают по одежке. Внешний смартфон выглядит достаточно дорого и презентабельно. Есть разные расцветки, и можно подобрать под свой вкус. Как ни странно, черный самый дешевый на Али, хотя обычно наоборот. Но я чуть доплатил, чтобы заказать серый, и не прогадал. Цвет, который вживую выглядит просто бомбезно, как на мой вкус, конечно. Думаю, и черный тоже очень хорош. Но у меня черных смартфонов было достаточно, и хочется разнообразия, ну и выделиться немного. Согласитесь, эта переливающаяся зеркальная панель красива. Конечно, ее лучше держать в чехле, иначе отпечатки все испортят. Царапины тоже вполне могут появиться. И чтобы сильно не прятать всю эту красоту, отлично подойдет комплектный прозрачный силиконовый чехол. Кстати, о комплекте. Он тут богатый. Во-первых, на экран уже наклеена защита из коробки. Во-вторых, тот самый чехол. В-третьих, еще одно стекло. Уже от продавца, скорее всего, а не из завода. Ну и, само собой, кабель Type-C, блок быстрой зарядки, фирменные наушники. Ну и как же без инструкций, которые нам не интересны, и скрепки, которую фиг знает, как достать отсюда. Хорошо, что у меня их хватает и так. В общем, тут есть все из коробки, чтобы пользоваться и больше ничего не докупать. Вернемся к внешнему виду. Хочу отметить рамки, они тут сверху и снизу очень небольшие, благодаря чему смартфон выглядит современно. Он не намного больше, чем еще прошлогодние смартфоны на 5,5 дюймов с их большими рамками, что скажется в лучшую сторону при ношении в кармане. Боковые рамки тоже узкие. За счет округлостей смартфон действительно удобно лежит в руке. Корпус стеклянный, хотя сзади возможно полимер, имитирующий стекло. Проверять я его, конечно, не буду. Вес тоже вас порадую, 169 грамм, что для 6 дюймов комфортно. И толщина тут тоже небольшая, 7,5 мм. В общем, с эргономикой тут все очень даже неплохо. И очень-очень круто, что сюда еще не успели влепить монобровь, хотя аппарат еще свежий. Правильным и удобным также считаю расположение вход по 3,5 мини-джек, USB-C и решетки динамиков снизу. Причем, если вы играете в игры или смотрите видео, то в таком положении динамик не закрывается рукой. А то бывает, что влепит динамик снизу с другой стороны и привыкает тогда не закрывать его. Что касается наличия входа под 3,5 мини-джек, то это еще один весомый плюс в данном смартфоне. Тут, я думаю, согласятся все. Также тут есть многоцветный индикатор событий. Расположен под решеткой разговорного динамика, видно его хорошо. В общем, внешне он стильный и выглядит действительно дорого. Но внешность — это такое, у каждого свой вкус, нам же важен также функционал. Поехали разберемся. Для начала заценим экран. Шикарная IPS-матрица с правильной цветопередачей и хорошими углами обзора. Под острыми углами есть небольшая инверсия, как и у всех IPS-матриц, что не бросается в глаза. Еще понравилось, что баланс белого на этой оболочке легко настроить на свой вкус. Я, например, люблю больше теплые оттенки и просто включил режим защиты зрения, что делает экран желтее. Вы же можете настроить под себя, как вам нравится. Это один из плюсов данной оболочки. Чувствительность экрана тоже в норме. Баланс контраста и яркости – то, что нужно. Цвета насыщенные, глубокие, но не ядовитые. Мультитач, конечно же, 10 касаний, в общем, мне дисплей понравился. Теперь о железе. Процессор тут Kirin 960. Если вы игроман и собираетесь рубиться в тяжелые игры типа танки или PUBG, то ситуация следующая.
Хоть в Antutu данный проц и выдает нифиговую тучу баллов, но его видеоускоритель Mali G71MP8 не потянет на высоких настройках танки. На практике я частенько залипал в них, играть можно на средних настройках, но чтобы вообще не было просадок до 20 кадров в серьезных сценах, нужно выставлять низкие, что я успешно и сделал. Для игр на высоких тут вам нужен минимум Snapdragon 660, если брать подобную ценовую категорию, например Mi Note 3. Обзор есть на канале, подсказка в верхнем правом углу. В PUBG, как ни странно, доступны средние настройки при установке игры, но можно изменить на высокие. Видимо, оптимизация под данный процессор неплохая, играбельно по первому впечатлению, но для уверенности лучше оставить средние. Это что касается самых тяжелых игрух. С большинством других он справится без особых усилий, но не все так однозначно. На 4 PDA поговаривают, что в новых прошивках добавится функция GPU Turbo. Эта функция призвана ощутимо поднять производительность в играх. Так как мой аппарат еще не получил обнову, официально она еще не вышла, утверждать ничего не могу. Но то, что перспектива увеличения производительности есть, это, конечно, плюс. Он вполне может с обновлением стать лучше в играх. Но и сейчас вообще не игровым его назвать трудно. И кстати, нагрев под нагрузкой совсем незначительный. 16-нанометровый проц тут рулит. Памяти у нас 4,64 ГБ. Есть версия на 6,64, 6,128. Но и цены там уже, конечно, ближе к космосу. Думаю, и 4,64 вполне достаточно на сегодня. Все летает, аппарат не задумчив вообще. Приложения открываются быстро, в сети YouTube тоже все очень шустро. Перемотка, скроллинг, все тут беспроблемно. Также очень важный элемент для современного смартфона – это NFC. Кто скажет, что он не обязателен, тот, наверное, или не пользуется банковскими карточками, или не пробовал таких удобств, или ходит в школу. И все, что нужно от смартфона, это видосики и игры. Мы же с вами хотим быть в тренде и получать все и сразу. Именно потому для многих одним из критериев в выборе смартфона есть наличие NFC. И он тут есть, и работает очень хорошо. Проверено мною лично через приложение Google Pay. Оплачивается все беспроблемно. Датчиков у нас хватает на все случаи жизни, разве что термометра и барометра нет. GPS работает хорошо, дома недалеко от окна спутники подцепляют быстро и точно показывает местоположение. Компас точнее будет показывать направление движения как в автомобиле, так и пешеходу. Датчик приближения при разговоре всегда тушит экран и не подводит. Ну а теперь об оболочке. Для начала управление. Тут оно реализовано при помощи одной кнопки, что порой даже удобнее, чем три стандартные. Она сенсорная, хоть и похожа на механическую. Все просто и очень удобно. Зажали кнопку, попали на главный экран. Короткое нажатие – это шаг назад, и проведя по кнопке влево или право, откроется запущенное приложение. В настройках также можно включить на экраны кнопки, но они будут отъедать экран, потому лучше кнопка. В нее также встроен сканер отпечатка пальцев, что работает просто безотказно. 10 из 10 срабатываний. При этом очень быстрая разблокировка. Я бы сказал, просто шикарная. Плюс такого решения в том, что сканер спереди. И не верьте тем, кто скажет, что на спинке удобнее. Это не про данный смартфон. Хотите разблокировочку по лицу? Пожалуйста, она тут есть. И тоже реализована на отлично. Во-первых, срабатывает и в темноте, от подсветки экрана. Во-вторых, вы можете не нажимать никакие кнопки вообще. Достаете из кармана или поднимаете со стола, датчики это распознают, активируют экран, тогда смартфон вас видит, узнает и разблокирует. Тоже работает шустро, порой и кнопка не нужна. Ни отпечатка пальцев, ни питания. Пробовал подсунуть ему свою фотографию, не разблокировался. Хотя более дешевый его собрат, было такое, что разблокировался. В общем, попробуйте этот вариант разблокировки, я думаю, некоторым придется по вкусу. Сама оболочка очень функциональна и имеет множество вариантов подстройки под себя. Меню интуитивно понятно. Верхнюю шторку вы тоже можете прямо из нее кастомизировать, что-то добавить или убрать. Есть варианты управления одной рукой, а также, внимание, костяшкой пальца, как бы смешно ни звучало. Например, вы можете делать скриншот таким образом. Видимо, датчики определяют вибрацию от постукивания костяшкой, ибо на подушечку пальца не реагирует и скриншот не делает. Также тут это очень удобно реализовано. Таким движением костяшки вы включаете функцию разделения экрана, что тоже многим пригодится, если нужны два открытых приложения на одном экране, что актуально на 6 дюймах. И опять-таки, не на палец реагирует, ему только костяшку давай. Скриншот выделенной части тоже ею же делаем. Ну и масса других действий при помощи костяшки.
В перчатках вы тоже сможете работать, активировав данную функцию. В настройках экрана вы сможете задать стиль рабочего стола. Он может быть ближе к голому Android или же по стандарту, без меню приложений. Это тоже на ваш вкус. В общем, ребят, настроек тут масса. Но есть также и непонятки. Например, я пользуюсь Viber, и не всегда от него уведомления приходят, вернее приходили. В настройках нужно дать приложениям такого плана все права. Потому заходим в пункт приложения и уведомления и проходимся по всем пунктам и даем все разрешения, что можно интересующему вас приложению. В том числе в нижнем пункте тоже активируем активацию экрана на всякий пожарный, плюс ставим замочек на само приложение и все должно приходить. В общем, в облочке вам будет чем побаловаться, функции море, а мы едем дальше. Пару слов о связи, ловит все хорошо, LTE Band ETL версия, о которой идет речь, поддерживает Band 1, 3, 7, 8, Band 20 нет, имейте в виду. И смотрите, на каких частотах раздает 4G ваш оператор. Повторюсь, для наших широт TL версия более актуальна, в ней есть Band 7, в AL версии его нет. Bluetooth тут версии 4.2, есть поддержка aptX HD для отменного звука. Wi-Fi тоже, конечно же, двухдиапазонный, 2,4 и 5 ГГц. Ну а теперь переходим к интересному по нарастающей – звук. Производитель установил сюда выделенный аудиочип, и чувствуется, что он тут есть в первую очередь по громкости. Любые наушники будут ему по зубам, например, 32 Ом наушники раскачивает на ура, и запас громкости отличный. Взял смартфон Redmi 5 от Xiaomi, который тоже громкий, так Huawei громче и четче по частотам играет. Взять Redmi 5 Plus или Redmi Note 5, они будут ощутимо тише. Вообще большинство смартфонов будут тише. В комплекте идут наушники, которые по звуку тоже неплохие. Тем более в этой оболочке можно подправить сразу все это дело эквалайзером и пресетами. Так что действительно звук неплох в плане наушников, по крайней мере за эту цену даже отличный. Касаемо динамика, так еще при распаковке я заметил, что он хорош, и это действительно так. Нет режущих высоких и противно выпирающей середины, есть некоторый объем и достаточная громкость, без хрипа. То же самое можно сказать о разговорном динамике. Я слышу собеседников отлично, и они меня, кстати, тоже. Так что в плане звука к смартфону у меня претензий нет. Ну а теперь самое интересное, и это камера. Когда я получил этот телефон, вначале был чуть разочарован камерой. Во-первых, оказалось, что никакой стабилизации в камерах нет, ни оптической, ни электронной, и это косяк. Дальше я пробовал фотографировать в режиме боке с размытием заднего фона. И знаете что? Получалось отвратительно, много ошибок, по контуру человека были необработанные рамки, и выглядело это ужасно. Но каким-то образом это со временем пришло в норму. Как-то улучшает смартфон постоянно свои фотовозможности в этом плане, хотя ошибки все же бывают. В интерфейсе камеры тоже доступно очень много настроек, в том числе профи-режим, в котором вы сможете настроить множество параметров, выдержку, ISO, баланс белого, фокус и так далее. А главное, вы сможете фоткать в режиме RAW, что важно для фотографов. Мы с женой фоткали как-то ее изделие, она у меня рукодельница, так вы знаете, не стыдно показать людям. И не все поймут, что эти фото сделаны на смартфон. Максимально можно выставить 20 мегапикселей, и детализация при нормальном освещении вас порадует. В вечернее время тоже можно получать неплохие кадры. Конечно, если вы не будете шевелить смартфоном во время съемки, то есть у вас прямые руки, потому что помните, что тут нет оптического стабилизатора и могут получаться смазы на длинной выдержке. Теперь же вернемся к портретным фото. При хорошем освещении вы будете получать отличные портреты с красивым размытием заднего фона. Качество отличное. Еще одна фишка в том, что вы уже после того, как получите кадр с боке, можете регулировать его интенсивность, просто двигая ползунок, перед тем нажав на иконку сверху. По-моему, это очень удобно. Но что вас порадует еще больше, это широкий функционал обработки вашего фото прямо в телефоне. Настроек тут море. Можно просто нажать пункт «Изменить» и зайти в пункт «Украшения» и снова нажать иконку «Украшения», и фото встает светлее, а лицо ровнее. Что особенно понравится девчонкам? Хотите загар? Да не вопрос. Хотите скрыть недостатки лица? Пожалуйста. Вот благодаря таким технологиям советую вам, знакомясь где-то в социальных сетях, быть готовым вживую увидеть слегка не то, что было на фото. Ведь тут можно и лицо сузить, и фигуру, и глаза сделать больше, и блеск глазам придать. В общем, море вариантов. Но быстрее всего одной кнопкой улучшения, чтобы не чересчур. И можно светлее сделать, и все. Фирма.
Теперь заценим видео на основную камеру. Пример видео тоже со стабилизатора делаю, потому что в самой камере, напомню, его нет. Обратите внимание, что картинка очень годная в хорошем освещении. И если снимать и стабилизатором, то видео вполне можно использовать где-то и не стыдно показать. Например, в качестве второй камеры в помощь видеографам. Понравилась аккуратная экспозиция и плавный автофокус. Также есть режим Full HD 30 кадров и 60 кадров тоже Full HD. 60 кадров никудышнее, картинка нечеткая. Так что считайте, тут нет 60 кадров. А еще отмечу хороший динамический диапазон. В плохом освещении, конечно, вылазят шумы. Кто видел, как ест ежик? Смотрите и наслаждайтесь. Как этот ежик в данный момент? Это даже не ежик, а еженятка. Ежики не едят яблочки, а мяско. Кстати, снимаем в искусственном освещении, и уже темно. Горит одна лампочка сбоку. В итоге хочу сказать, что камеры действительно очень достойные, но как недостаток – отсутствие стабилизации. А вот во фронталке, наверное, очень мало конкурентов за эту цену. Их тут тоже две. 20 плюс 2 мегапикселя. Тоже можно сделать размытие, точно так же обрабатывать. Так что, парни, подарив такой телефон девушке, вы сразу увидите, как увеличится количество ее фото в Инстаграме и вообще везде. Фронталка отменная, как для этой цены. Вот сильная сторона данного смартфона. И даже вспышка тоже есть. Хотите вкусный борщ? Подарите своей девушке этот селфи-фон. Видео фронталка пишет также Full HD. Ее уровня хватит для начинающего блогера или влогера. Но только для хорошего качества нужно будет пара приблуд, а именно ручной стабилизатор, так как встроенного нет и тряска будет все портить. Стаб берем любой более-менее нормальной фирмы, как у меня Jiyun Smooth Q или от Xiaomi, тоже недорого в районе 100 баксов, и петличку для нормального звука. Ну и смоделируем ситуацию, что я юный влогер. Привет, друзья, вы на канале Smart Plus, это приложение Open Camera, фронталка данного смартфона, стабилизатор и петличный микрофон. По-моему, класс. Теперь автономность. Батарея на 3340 мАч. Не буду ни ругать, ни хвалить автономность. Она неплохая, благодаря оптимизации прошивки и процессору. Если не будете играть, то будьте уверены, что на день вам вполне хватит. С играми придется подзаряжать, но это норма. Игры садят все смартфоны гораздо быстрее. Если будете много снимать видео, также нужно будет подзаряжать. На день нормального использования вам будет хватать. 6 часов экрана будет. В общем, без чудес с этой батареей, но и неплохо. Быстрая зарядка есть на бумаге, но по факту зарядка не очень шустрая. За 30 минут заряжается на 31%, за час на 55%, полностью примерно за 2 часа. А за 30 минут игр телефон сядет на 10-11%. За 30 минут видео примерно на 7-8%. Ну что же, подведем итог. Думаю, совокупность плюсов и минусов говорит нам о том, что он достоин цены в 260 баксов, но никак не 400, как в начале продаж. За эту цену мы получаем устройство на неплохом процессоре с достаточным количеством памяти, и, по-моему, конфигурация на 464 ГБ более интересна за счет цены. Вряд ли будет огромная разница с 6 ГБ. Я пользовался Mi Note 3, там было 6 ГБ ОЗУ. Разницы не ощущаю. В смартфоне отличные камеры, особенно фронталка порадует в сравнении с одноклассниками. Так что кому важна фронталочка, в первую очередь это ваш выбор. Но тут же недостаток, нет стабилизации в съемке видео. Производительность процессора порадует шустрой работой интерфейса, сканера и приложений. В играх тоже, но не в самых тяжелых, пока что. Возможно, с обновлением дела станут получше. А еще учитывайте, что это все-таки не какой-то там подвал, а сам Huawei. Так что, друзья, подойдет ли он вам, решайте сами. По сути, тут два компромисса. Это отсутствие стабилизации в камере и батарею хотелось бы хотя бы 4000 мАч. Было бы тогда вообще просто космос. Все остальное в норме. Мне аппарат понравился, все нюансы осветил. Будут вопросы, пишите в комментариях, постараюсь ответить. Ставьте лайк данному видосу, подписывайтесь. Для полноты картины посмотрите еще мою распаковку данного смартфона. А с вами был Андрей, канал Smart Plus. Всем удачи, хорошего выбора, настроения и всем пока, друзья. Mm-ts, baby. Mm-ts, baby.